Доброе утро, в эфире новости. С вами Анна Москаленко и начну этот выпуск. Работа диагностического центра официально переформирована. Это связано с ростом количества заболевших COVID-19. При этом прием неинфекционных больных будет продолжаться. Как сообщают в региональном Минздраве, центр, как и раньше, разделен на две зоны – красную и чистую. С сегодняшнего дня в Красной открывается ковидная поликлиника. В ней специалисты занимаются приемом больных, которых не успевают обследовать в городских учреждениях. Пока что это пациенты 14-й, 1-й и 7-й поликлиник. В дальнейшем этот список может расшириться. При этом диагностический центр продолжает работу по обследованиям заболевших коронавирусом. Проводит КТ легких и выполняет большую часть ПЦР-тестов в регионе. Принять решение о переходе на удаленное обучение или дополнительные каникулы для первоклассников может директор школы. Об этом заявили в Министерстве образования и науки региона. В Краевом профильном ведомстве сообщили, что из более чем 2000 школ, детских садов и средних профессиональных организаций по COVID-19 полностью закрыты 5 общеобразовательных организаций по одному учреждению профессионального и дошкольного образования. Также частично на карантине 219 школ и 62 группы в детских садах. По ОРВИ полностью закрыты 25 школ, 6 дошкольных организаций. Частично на карантине 243 школы и 323 группы в детских садах. В поселке Центральном Барнаула завершили строительство и ввод в эксплуатацию газовой котельной. На эти цели из городского бюджета направили почти 100 миллионов рублей. Новая котельная обеспечивает теплом и горячей водой 72 жилых дома, в которых проживают около 1000 человек, а также социально значимые объекты. 2 здания учреждений здравоохранения, 2 школы и детский сад. Ранее они были подключены к угольной котельной. Теперь их перевели на более экологически чистый вид топлива. В Краевом театре «Кукол Сказка» 4 и 5 марта представят комедию Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь». Новая постановка отличается оригинальным решением и смелой сценографией. Режиссером спектакля стал многократный номинант Национальной театральной премии «Золотая маска» Александр Янушкевич. Также над спектаклем работали художники Екатерина Шиманович и Сергей Ашуха, композитор Андрей Евдокимов и хореограф Сергей Микель. Сценическую редакцию текста выполнил москвич Алексей Гончаренко. «Сон в летнюю ночь» – сказка для взрослых, в которой все герои молоды и влюблены, говорят в театре кукол. Умные спортплощадки и модульные залы появятся в Алтайском крае. Идею строительства поддержали в правительстве страны. Площадки обустроят в малых городах и селах. По словам Ивана Нифонтова, координатора партийного проекта «Детский спорт», в 2022 году в Алтайском крае будет построено 2 умных спортплощадки. На эти цели из федерального бюджета выделят 40 миллионов рублей. Столько же добавит региональный бюджет. Лидер алтайского биатлона Даниил Серохвостов сейчас в Пекине. Он готовится к началу Олимпийских игр. Тем временем в Барнауле рассказали о развитии биатлона в Алтайском крае и где растят кадры для сборной страны. Сейчас в национальных сборных разных возрастов 5 представителей Алтайского края. В то же время в регионе, к примеру, стрельбища есть только в 5 муниципалитетах. Тренеры говорят, этого достаточно. Проблема в другом. Ни одно из них не лицензировано. Впрочем, решение для одного из них уже найдено. Биатлонный комплекс в Сухом Лагу пройдет реконструкцию. Это даст не только лицензию, но и возможность проводить всероссийские соревнования. Реконструкция самого стрельбища. Это строительство обводной трассы вокруг стрелкового комплекса. Если вы были, вы знаете о тех проблемах, которые возникают при эксплуатации самой трассы. И строительство лыжной базы для того, чтобы спортсмены могли спокойно готовить лыжи там, имели возможность покушать, отдохнуть и так далее. Краевое министерство спорта держит на контроле вопрос об открытии школы Олимпийского резерва по биатлону и лыжным гонкам. Для этого нужно 25 миллионов рублей. Тренеры настаивают, это необходимость. А уже сейчас их воспитанники на мировой арене показывают высокие результаты. На Олимпийских играх первая биатлонная гонка пройдет 5 февраля.
состав смешанной эстафеты и войдет ли туда Даниил Серохвостов, станет известно немного позже. И к этому часу у меня все. Я желаю вам хорошего дня и до встречи в эфирах.